Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по игре «Миллион лимонов». Буду делать очередной вывод. Значит, что у нас здесь появилось нового, друзья? Появилось производство лимонада. Это оно идет уже как майнер. Я не покупала ничего. Здесь... можно, скидки здесь идут сейчас. Было 10 рублей, стало 9, как бы. И доход 30 копеек в день. За 27 рублей. Рубль 20, ну и там по нарастающей. Вот он идет как майнер. Пополняем, покупаем и собираем прибыль. Я не покупала. Я заходила в игру. На 100 рублей я рискнула. Вот. Получить бонус. Давайте получим бонус. Еще не получал. 32 копейки. Бонусом мне дали. Идет на вывод. Далее, что я здесь делала по игре, друзья? Я из заработанных вот этих лимонов улучшила. Вот здесь мне уже недоступно. Вот набрала сумму, я улучшила, сделала улучшение. Потом я набрала, опять же таки, 5 184 000. И я улучшила, вот, прикупила вот это, вот желтеньким горит. Я купила удобрение. У меня уже 2 штука. Вот. И я заходила вот на это удобрение за 100 рублей. Также здесь скидки. Можно начинать, кто не знает, друзья, абсолютно без вложений. Вот этот поли, он дается бонусом. Набираете минималку 2 рубля. И как бы ставите на вывод. Платит без вложений. А собирать вот так кликаю на корзину и удерживаю мышкой я. И я вот так вот вожу по дереву, и я собираю вот эти лимоны. Если кто не знает. Вот. Все, я собрала лимончики свои. Как бы, да? Но я улучшаю. Раз улучшаю, раз вывожу. Вот так как бы, да? Вот. Ну, там идет тоже по нарастающей все. Давайте я продам и поставлю на вывод. У меня лимонов. Здесь показано, сколько один лимон в рублях. Вот мои лимоны. И у меня на 28 рублей как бы вот этих лимонов. Я кликаю продать. Все, баланс мой по нулям. Так. Потом я еще насобираю. Я не знаю, дадут мне прикупить или нет. Вот еще удобрение. И пойду там по нарастающей, может быть. А может быть и нет. Это уже, как говорится, дело хозяйское. На балансе у меня стало 107 рублей. Вот. Также здесь можно давать рекламку. Как бы даже рекламировать. Вот, что еще здесь? Статистика выплат, смотреть рекламу. А вот рекламка появилась. Да? Перейти на сайт, вот так, если вам надо. Далее, что здесь? Получить... ой. Получить деньги. 10 копеек не засчитали. Все. Больше здесь в основном одна реклама. Статистика выплат. Видим, да, кто что. 763 рубля, неплохо. Вот. Минималка на вывод 2 рубля. Топ игроку. Мне еще далеко до них. Вот. Телеграм-чат, телеграм-канал. Обязательно присоединяйтесь, чтобы быть в курсе новостей. Давайте выведем.
Я на Payeer, значит, на Payeer минималка на вывод от 2 рублей. Трон 100 рублей. На тронах я не выводила еще даже. Не знаю, может, как попробую. Значит, есть SBPay, потом банк, Tether, RC20. Ну, как-то так. И у меня 107. Значит, прописываю я 107. Точка. Давайте попробую так, с копейками. Выведется. Ага. Нет, ребятки, здесь видите, они комиссии еще берут. Значит, не 107. Так, 106 попробую. 107.13 должно прийти. Вот здесь сумма. Очень все бледно. Ставлю на вывод 106 рублей 60 копеек. Получу 107.13. Вперед. Вот так. Успешная выплата. Давайте пройдем. Знаете, хочу куда я зайти. Сейчас. Секунду. Главное. Статистика выплат. Вот. Мои монеты. То, что я выводила. Мой логин. Так, мы Payeer идем. Я уже в плюсе, так как я, вот 106, 18 сентября, плюс 106.60, кликаю сюда, и опять же таки вот 18 сентября, 106, миллион лимонов платит инстантом, все шикарно. И самое главное, тут добавлю вот языки, можно как бы, да, и работать абсолютно без вложений. Вы получаете бонус вот этот. Вот этот. И, пожалуйста, собирайте. Потом продадите и набирайте минималку 2 рубля. Тем более еще бонус дают, да. Ежедневно также бонус идет на вывод. И, пожалуйста, работайте без вложений. Ну и все. Можно как играть, можно покупать производство вот этот лимонад. А можно и то, как бы, или что-нибудь одно. Как, на любой вкус, как бы. Ну, в принципе, и все. Всем удачи, больших заработков. Играйте, зарабатывайте. До новых встреч!